Егор. Маленькие ребятишки катаются. О, какая красота. Еще одну трассу мы открыли здесь. Здесь никто не катается, мы сейчас ее пешком разведаем. Она крутоватая. И вот куда-то туда упрыгал. Здесь, наверное, живет лиса. Очень много следов. И вон там такое дерево интересное. В кустах. Правее там это как домик. Да, там как какой-то домик. Как вам склон, Ольга Борисовна?